я не вижу злодеев. Хм. Может, глянем, что там? Как ты знаешь? Что? О. Приветствую. Я Квентин Бек, мастер иллюзий. А это Бетси, мой бизнес-партнер, и Коул, мой технический советник. А это... Новое поколение развлечений. Ни за что. Прекрасно. Коул, этот отважный юноша готов воочию узреть, что его ждет. Есть ли здесь другие люди, храбрые сердцем? Подходите смелее, сделайте шаг в будущее! Впереди павильон. Просто идите прямо. Если вам понравилось, пожалуйста, расскажите о нас друзьям. Заходите в мистериумы, которые открылись по всему городу. Бесплатный период скоро закончится. Спасибо, Бетси. Я в нем уверен. Чтобы этот опыт был незабываемым, взгляните на эти изображения и подумайте о своем будущем, своих надеждах и мечтах. А, хорошо, уже вижу образ. Достаточно. Ну ладно. Наслаждайтесь. Не волнуйтесь, я все вижу и слышу. Если вам станет дискомфортно, дайте нам знать. Наслаждайтесь воплощением своей мечты. Ну ладно, попробуем.
ты должен попробовать. Вы готовы? Ли? О, как я это сделал? Куда делся Ли? Он тут правда был? Сначала деремся, потом думаем. Брать его! Бэк, вы меня слышите? Да, да. Он тут небольшой сбой. Очевидно. Прости, мы тебя не видели. Что писать, что происходит? Я задавал жару танцполу, потом появились плохие парни и задают жару мне. Мой, надеюсь, ты инертный. Я справлюсь, а вы не можете просто выключить эту штуку? Это не так просто, но мы пытаемся. Стремно. Почему тут демоны Ли? Это все в моей голове? Бэк сказал думать о будущем, когда я загадывал желание. И что, вот об этом я думал? Новые способности! Почти готово. Ты там как? Справляешься? Едва! Держись! Еще немножечко. Если закончишь песню, то достигнешь точки прерывания. Да! Должен появиться выход! Доберись! Ну все, мне пора. А ты как, цел? Да. Мне очень жаль. Мы постараемся выяснить, в чем причина. А до тех пор... Майлз! А что тут стряслось? Будущее развлечение оказалось чуть забагованным. Привет, Питер. Классная куртка. И кроссы тоже. Все очень классное. Привет, Майлз. Ганки. Ребят, это мой лучший друг Гарри. Он вернулся из-за границы и хочет учредить новый научный фонд. То есть мы хотим учредить научный фонд. Привет. Рад встрече. Новая работа? А останется время на учеников? Придумаем что-то. Пойдем. Знаете,
Меня это происшествие выбило из колеи. Может, уйдем? Ладно. Рад знакомству, Гарри. Да, взаимно. Все в норме? Да. Знаешь что, я тебе потом наберу. Надо будет проведать Майлза. Все ли в порядке? Да, конечно. Хорошо. Приятные парни. Жаль, что они пропустят лучший вечер в нашей жизни. А? Так, вот наш план. Сегодня в программе лучшие хиты нашего детства. То есть, три самых любимых аттракциона по одному с каждого. Ну что, попробуем? Подходите! Вы не знаете, с кем связались. Смотри, не надорвись. Не, я в тебя верю. Итак, игроки. Прицелился, нажал. Начали. Все просто. Свою корону. Погодите, вам приз-то выдать? Не надо, спасибо. Корона мне бы пошла. Далее в нашем рейтинге М.Джей Уотсон в роли демона скорости. Да! Пойдемте опробуем другие игры и аттракционы. Может, у нас получится выиграть что-нибудь из призов. Так и знал, что уже это читал. Надеюсь, демон скорости все такой же жуткий, как раньше. Шизик. Не давай ему себя стыдить, М.Джей, он просто боится. Ты же знаешь, что я боюсь высоты. Проще простого. У пирамид самая устойчивая форма. Проверим. Я знаю одного типа, который спустил в бейстучи целых 20 баксов. Да-да. Такого вообще-то не должно быть. Еще один. Хочешь протестировать нашу любовь? Извиняюсь. Идите, подтверждайте, что вы идеальная пара. А я пока испытаю в деле свою харизму. Удачи! Идеальная пара. Посмотрим. Что эта машина про нас знает? Что, тебе пора переехать ко мне? Или что рано об этом думать, пока все не утряслось? Да, возможно. Воу, такого не может быть. Что она вообще у нас измеряет? Температуру тела? Или кислотность кожи? Вряд ли она настолько навороченная. Сюда, давайте теперь этот. Еще одна печать есть. Может, на картинг? С тобой за рулем? Нет уж. Ну, это классика. Вроде бы ты поставил на этом аттракционе рекорд по работе. И я по сей день этим горжусь. Идемте, голубки, мы еще не все опробовали. Спокойно, сейчас. Это надгробие? Что он здесь делает? Работает типа... механиком и помогает людям. Спасибо, что вытащил меня. Все могло кончиться плохо. Может, лучше прокатиться на горках?
надгробие, Мистерио. Суперзлодеев в этот парк так и манит. Ага. Ладно, идем. Нам еще есть что вспомнить. После вас. Какой джентльмен. Ты как? Нервничаю. Да ладно тебе. Каков шанс, что на сиденье рядом с Гарри окажется девушка, которой он отдал свой приз? Ну, это было бы чудное свидание. Скажем ей. Что скажем? О чем вы там шушукаетесь? Просто напомнил МЖ, чтобы не высовывала руки наружу. Командир, куда дальше? Наш последний аттракцион сегодня. Это силач. О, ты знал, ты знал! Я так ни разу и не попал по колоколу, но в снах возвращаюсь к нему снова и снова. Теперь момент настал. Ого! Надеюсь, Майлз это увидит. Ухо или талант? Работа с светом на высоте. Все как будто знакомо, но современно. Кто-то вспомнил пару уроков искусствоведения. Что хочет твой тайный поклонник? Кто, Джона? И опять ничего, ни слова о моей статье. Никак не привыкну, что он твой босс. Давай лучше найдем, что можно стукнуть. Какой перспективный юноша! Приветствую! Ну, кто первый? Пит, давай! Легче, Гарри. Не поранься. Ранить я могу, разве что твою мужскую гордость. Мальчики, мальчики. Оба хороши. Простите.
Что? Ну, ладно. Похоже, этот год пошел мне на пользу. Гарри, это просто невероятно. Да, я и сам не знаю, как это сделать. Ладно, а как насчет немного почилить? Очередь на колесо стала поменьше. Бак-ловушка? Что-то новенькое. Спасибо, но я в этот бак лезть не буду. Правда? Ты же занимался плаванием. Чемпион штата. Ребят, я дам вам время поворковать наедине, а сам попробую выиграть еще пару единорогов. Ты такой счастливый. Забавно. У меня чувство, словно дали второй шанс и мне, а не только Гарри. Из вас выйдет потрясная команда. О, это Бьюгл. Джона отдал тебе первую полосу? О, ты станешь редактором! Что ж я не взял вина? Охотники, скорпионы, взрывы и т.д. Джона дал статью новенького. Уже просмотрено 5000 раз. Мне надо написать совсем о другом. Завоевать его доверие. Слушай, ты что-нибудь придумаешь? Как обычно. Спасибо. И да, если тебе понадобится помощь дружелюбного соседа-паучка, мы тоже потрясная команда. Хоть я и забыл принести вино. Все так. Сюда! Ну и с дороги! Найдите надгробие! Надгробие. Крейвена. И какой суперзлодей вам нужен в этот раз? Мистерио? Надгробие? Паук не должен нам помешать. Остановить его! Наемники Крейвена. И какой суперзлодей вам нужен в этот раз? Мистерио? Надгробие? Паук не должен нам помешать. Остановить его! Не ожидали меня увидеть? Что ж, и я вас. Я просил всего один спокойный вечер, но нет! Пригнись! Прием! Прием! Мы удерживаем надгробие как можем, но мы не... Сюрприз! Рассчитывал покинуть меня с помощью веревочки и силы дружбы! И круто ошибся! Надгробие справится сам! Со всеми не справишься! Еще не все люди эвакуировались из парка! О, нет! Гарри! Давай, Гарри, ответь, ответь! Привет, оставьте сообщение. МДЖ, Гарри не берет трубку! Эти охотники от меня никак не отстанут, а я его нигде не вижу! Наша кабинка снижается. Я найду его. И о себе не забудь! Ты же знаешь, я никуда не пойду без моего симкарийского друга. Так это тот самый серебряный скат? Работаю над ним. Найду Гарри, сообщу. На прицеле! Ты
клочья его! Вижу цель. Осторожно! Сейчас будет град! У него преимущество! Они движутся к трассе. Там работает надгробие. Он крепкий парень, но и эти ребята тоже. Охотники, заводите моторы, и пусть победит сильнейший паук! Я знал, что он будет тот раз. Человек-паук или надгробие? Нам повезло. У нас оба. Вытащите меня отсюда! В следующий раз будет последним! Береги башку! Энджей, нашла Гарри? Еще нет, но я видела Мистерио. Похоже, громил Крейвена он не интересует. Совсем. Значит, им нужен только надгробие. Спасибо за наводку! Да, в общем, продолжаю искать Гарри. Паутина! Он на сами! Срочно нужно подкрепление! Подкрепление уже в пути! А вы, охотники, те еще заводилы! Раз он уже убил Скорпиона, то вряд ли.
Уходи от него! Но в этот раз мы готовы. Стреляю! Я попалась! Подтверждаю цель. Паука! Живо! Лони, держись! Лони, не падай! О, нет. Про...
Прости, Лони, я правда хочу тебе помочь! Точно. Человек-паук. Знаю, знаю. Но сперва, что это за штуки из тебя вылезли? Кажется, мое лекарство. Доктор Коннорс сказал, это своего рода экзоскелет, но я не знал, что он... Стой. Ты же понял, что это значит, да? У нас обоих суперсила. Подумай, сколько пользы мы можем принести. Извини, я еще не совсем понял, как это работает. Ну? Жаль, что у нас нет суперлаборатории, где можно было бы провести тесты. Удостоверюсь, что горизонт чист, и встретимся. Позвони мне тогда.